Сегодня я расскажу о нашей собаке, о нашем подрастающем малыше, бернском зененхунде по кличке Вольт. Он очень добрый, игривый, ласковый и преданный, а также отличается немыслимым умом и сообразительностью. Ну и, конечно же, размерами. Он будет очень большой, но всему свое время. В данном видео представлен промежуток времени, где нашему Вольту 5-6 месяцев. Неподалеку рядом с нашим домом находится небольшой лес, в котором мы часто гуляли с Вольтом зимой. Для него это было огромным счастьем. Наблюдать за тем, как он резвится в снегу, одно удовольствие. Ко мне! Так как эта порода обладает достаточно внушительным весом, им приходится часто отдыхать, и долгие прогулки им противопоказаны, особенно в щенячьем возрасте. Наш Вольт оказался из любопытных ребят, поэтому ему абсолютно все интересно в окружающем его мире. Каждый прохожий, каждое живое существо. Тихо, тихо. Игрулька, игрулька.